Здоров. Выглядит, конечно, это все на скорую руку, но, собственно, не могу не записать это видео, тем более, что очень хотелось. Во-первых, хочу пригласить всех на дуэльный турнир, который сегодня и завтра будет проходить на канале Open Cyber League. Ссылку, которую вы видите на экране, и также она будет в описании. Надеюсь, меня YouTube не забанит за то, что я всех приглашаю на Twitch. Призовой фонд на данный момент составляет ровно 10 тысяч рублей. Награждаться будут 4 места и самый лучший маппер. В принципе, кому не интересен сам дефраг, за голосованием потом можно последить, это будет достаточно весело. Но лучше не следить за голосованием без слежки за дефрагом. Следующее из последних новостей, чтобы совсем ролик уж коротким не вышел. Отписался нам админ дефраг.ру и, скорее всего, в следующем году, точно обещать не буду по датам, но в следующем году мы точно прямо возьмем и переедем на новенький, свеженький defrag.ru. Будет новое оформление, будет новое все, в общем. Как бы подробнее мы еще сами с носом как бы между собой обсудим. А так для вас, для общей информации сойдет. В общем-то, кто не хочет заходить на канал Open Cyber League, ретранслироваться, в любом случае это все будет дело на моем канале. Также будет трансляция на сайте dfcons.ru. Проходить примерно по времени с 5 по Москве до часов 11, я думаю, будет. Может быть, пораньше, потому что не все игроки пришли. Отквалифицировалось 16, но участие подтвердило всего там 10-12 человек. Поэтому это, конечно, не очень круто, но хотя бы так. В принципе, и по времени нам зато меньше. Главное, что у нас есть тентер, главное, что играет Овчаркин, играет Тутти Фрутти, играет Домнет Лайт. Ну, много кто играет. Кет из буржуев, так скажем. Шерлон Танк, это француз. То есть, в принципе, игроки достойные. Будем следить за тем, как это все пройдет. Ну и, в общем-то, приходите сегодня-завтра в 5 по Москве. Буду рад всех видеть. Возможно, со мной будет сокастить Лотта, но это не точно. Я ее пригласил, но посмотрим, как она подумает, что она надумает. В общем-то, все, ребят. Всем спасибо за внимание. Приходите, всем удачи и до встречи на турнире.